упражнение прямое скручивание лежа на боссу. Данное упражнение помогает увеличить амплитуду движения за счет растяжения мышц пресса. Ложимся на боссу таким образом, чтобы таз находился чуть в нижнем положении. На боссу поясница всегда прижата. Верхняя часть корпуса должна быть свободна. Мы выполняем скручивание за счет подтягивания верхней части корпуса к ногам. Также выполняем растяжение. При выпрямлении корпуса втягиваем живот и не допускаем расслабления мышц пресса ни в верхней, ни в нижней точке амплитуды. Выполняем упражнение плавно, без рывков, во всю амплитуду. Хорошее растяжение, максимальное сокращение мышц пресса, не поднимая корпуса слишком высоко и не отрывая поясничный отдел. Достаточно.